все разошлись по своим делам. Я и Андрей остались здесь. Андрей с утра сбегал, посмотрел грибы. Виталик вон на той стороне ловит рыбу. Сейчас вам покажу. Ну, дойду до того места, где будет видно хорошо. Андрей с Кристиной и с Леной ушли за грибами. Ну, а я чуть-чуть позанималась своими делами важными. Сейчас покажу вам Виталика на той стороне, как напротив стала. Вон он. Видно вам? Усики спрятались. Хочет рыбку поймать. Виталь! Виталь! Машет ручкой своей красивой. Хоть-хоть-хоть, лядясь моя. Тут так гремело с утра. Это вообще. Ну и сейчас тучи. Видите? Мы посмотрели по погоде. Ну, Яндекс погоды или где там, в общем, Виталик посмотрел. И где-то в населенных пунктах, которые недалеко отсюда, есть дождь, а в каких-то нет. Вот так вот полосой идет. Это, помните, леса к нам приходила? Она вытащила хлеб, сюда принесла, сюда же мои сланцы принесла, положила. Может, ей это место как-то нравится, так оно и лежит. Муравьи растащат, ничего страшного. Вот. На той стороне озера, много кемпингов, где люди прямо тоже вот так вот останавливаются, живут. Там, не знаю, что они делают, пока грибов нет, наверное, как и мы, маятся с места на место. Как пойдут грибы, так начнется здесь. В прошлом году, в позапрошлом, когда Леночка с Андреем приезжали, здесь прям люди садились этими, ну, делали кемпинг, все раскладывали и прям варили грибы, закрывали их, все делали здесь около озера, прям, говорит, как производственного масштаба. Да и Лена с Андреем, они же тоже много закрывали. Что-то около 100 банок, что ли, в прошлом году они закрыли. Виталик пошел. Вон там я его вижу. Вокруг озера идет. Где-где? Вот так палец настрою. А вон там где-то, значит. В общем, переходит с места на место. Так вот, солнышко выходит. И это меня радует. Мы вчера, когда приехали, уже скатались. В общем, устали. Такая, как это утомительно это было маленько. Я зашла в воду, хоть и не было сильно жарко здесь. Дождик даже срывался, потом снова солнце. Вот как сегодня. Зашла в воду, поплавала. Так хорошо вообще. Она за вот эти вот летние дни нагрелась, прогрелась. Классная. Бля, идет там по той стороне, батюшки, в таких дебрях. Вон. Ходит. Делать нечего. Рыбу хочет поймать. А у нас, интересно, червяки закончились или нет? Думаю, может пойти. Чё? Чё, Виталь? Мне показалось, он показал что-то, а потом машет головой, ничего. А, примеряется пальцем, показывает. Буду туда кидать. Примеряется пальцем и кидает. Своя технология вылова рыбы. Ой, надо сюда кресло принести, сесть и наслаждаться видом. Просто смотреть. Наши-то насколько ушли. Они бог знает куда ушли тоже. Вон туда куда-то аж. Потеплеет, разденемся. Пойду чайник поставлю. Вместо сушильник. Такая куча. Слышите, вот такие хлесткие звуки? Это Виталик закидывает удочку. Ну, это как ее. Ну, закидывает на рыбу. Сейчас покажу его теперь с этой стороны. Вон стоит уже, перебрался. У него удочка такая, что она до того берега докинет. Но нет, пошел туда. Ну ладно, ходи гуляй. Твое дело.